Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Совсем недавно компания Elif порадовала нас своим новым девайсом под названием Elif iSolo Air. И стоит признать, что он получился маленьким, хорошим и довольно вкусным. Парни решили не останавливаться на одной новинке, вспомнили свои корни в виде iJust'ов и выпустили новый девайс под названием Elif iSolo Air. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой стороне у нас логотип компании, название девайса и изображен сам мод. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы первым делом видим комплект в разобранном состоянии. Под поролоном разместилось два испарителя на 0,4 и на 0,8 Ом, кабель USB-C и инструкция. Новинка получилась довольно компактная, вместе с картриджем она высоту всего лишь 118 мм. Корпус мода выполнен из цинкового сплава и эко-кожи, весит он 103 грамма, так что в руках будет ощущаться очень уверенно. Внешний вид девайса мне действительно понравился, это цельный металлический корпус, украшенный большой кожаной вставкой со строчкой и выдавленным названием девайса. Все это смотрится очень гармонично. Кстати, производитель порадовал нас сразу четырьмя различными цветами, но цвет будет меняться только у кожаной вставки. Цвет корпуса будет всегда одинаковый, а именно Gunmetal. На корпусе мода есть лишь одна кнопка. Она выполняет сразу три функции. Она включает девайс, выключает девайс и подает напряжение на картридж. Под кнопкой Fire находится небольшой информативный светодиод. Горит зеленым, значит аккумулятор заряжен от 100 до 60%. Горит синим от 59 до 20%. И горит красным, значит аккумулятор заряжен на 19 и менее процентов. А на противоположной стороне от кнопки Fire в самом низу расположился порт USB Type-C. Внутри этого девайса находится аккумулятор на 1800 мАч. Заряжается он силой тока в 1,5 ампер, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 1 час, а полного заряда вам должно хватить на целый день. И режимов парения тут нет, настройки мощности тоже нет. Мощность подстраивается автоматически под сопротивление на испарителе. Но я знаю точно, что максимальная мощность этого малыша 30 Вт. Ну и пришло время рассказать про самое интересное. Картридж обладает объемом либо 2, либо 4,5 мл. Все зависит от версии, которую вы приобрели. Работает на сменных испарителях с сопротивлением 0,4, 0,8 и 1,2 Ом. Заправка у него нижняя, а крепится он к корпусу мода при помощи трех очень прочных магнитов. И вы не поверите, но в этом девайсе есть полноценная регулировка обдува. Есть два типа обдува. Первый вы можете поставить от 1 до 5 отверстий, либо же второй вариант для максимально свободной затяжки. Вы можете открыть обдув полностью. Если очень постараться, то этот девайс можно настроить под хорошую МТЛ-ную, то есть сигаретную затяжку. В конце ролика я хочу сказать, что этот девайс больше подойдет тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом. Во-первых, это простейший девайс, который не требует никаких настроек. Вы его купили, заправили жидкостью и пошли. Во-вторых, у него огромный объем аккумулятора и очень большой картридж, которого смело хватит на целый день парения. Ну и в-третьих, в этом девайсе реализована полноценная регулировка затяжки. Хотите тугую? Поставили. Хотите свободную кальянную? Поставили и наслаждайтесь парением. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.